Здравствуйте, на телеканале Рика ТВ по воскресеньям с вами, как обычно, проект «Декоративные страсти». Если вы планируете ремонт, то я вам настоятельно рекомендую. Обращайтесь за помощью к профессиональным дизайнерам. Не берите это трудное и сложное занятие на себя. Поберегите свои нервы, а дизайнеры, они на самом деле знают, где, что и как применить. Тем более, в рамках проекта «Декоративные страсти» все это делается у нас абсолютно бесплатно. Позвоните, я вам все объясню. Номер телефона 8-701-111-68-18. Сегодня с нами работает дизайнер студии Westhouse Анна Танкова. Помогает она нашему участнику Денису в оформлении гостиной. Анна, добрый день. Спасибо, что вы пришли. Нам нужна ваша помощь в оформлении гостиной. Очень приятно, что вы меня пригласили. Спасибо вам большое за доверие. Надеюсь, я его оправдаю. Пару слов расскажите о вашей семье. Кто здесь будет проживать? Сколько человек? Здесь будут проживать наши родители. Семья у нас большая. Дети их, внуки их. Поэтому нам нужно что-то уйти. Универсальное, да, для всех? Да, универсальное для всех, но, наверное, больше для родителей. Как правило, старшее поколение у нас консерваторы, да? И часто придерживаются, да, каких-то консервативных цветов, сдержанных, да, не слишком кричащих. Что по этому поводу думают ваши родители? Не против ли они экспериментов, каких-то инноваций? Я думаю, что нет. Родители вполне современные, и как бы мы полностью вам хотим довериться и доверяем. Да, можно попробовать более современное, мы вам полностью доверяем. Хотели бы увидеть, что вы нам можете предложить. Общее направление будет классическое, но хозяева не против смелых идей со стороны дизайнера Анны Танковой. По поводу мебели, что-то уже есть у вас приобретенное или какая-то, может быть, мебель осталась из старого дома вашего? Я понял. Тут будет полностью новая мебель, и тут будет стоять в планах камин. О, камин – это очень хорошая идея. Да, то есть электрический он будет, конечно, но поэтому вот что-то нам нужно цветами еще продумать и под камин. Здорово. Камин – это на самом деле очень хорошая идея. Он придаст изюминке, уюту данному интерьеру. И я думаю, можно на нем даже сделать тоже какой-то акцент, сделать его таким вот очагом, да, семейным. Отлично. Анна, еще к вам такой вопрос. Как-то можно сразу продумать расстановку мебели? Так как это будет гостиная, она центральная комната при входе, здесь будут и гости, и какие-то обеды, и ужины. То есть расстановку мебели сделать ее эргономичной. Да, 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 совершенно верно. Нужна ли мебель для хранения здесь, то есть какая-то посуда? Какая-то посуда будет находиться, так, опять же, повторюсь, в гостиной, поэтому что-то здесь будет, какой-то сервант стоять. Я вас поняла, то есть, как обычно, это диван, камин будет у нас, да? Да. А какие-то, может быть, серванты для хранения мебели? Да. А дополнительно, может быть, какое-то уютное место, кресло? Возможно, кресло, с торшером, да, да, какое-то, да, может кресло, быть, качалка, журнальный столик, что-то будет. То есть мебели у нас будет достаточно, но ее как-то нужно, да, более компактно расставить. Совершенно верно. У нас там еще будет висеть телевизор. Соответственно, в этой зоне. Да, исходя из этого плана, нужно будет мебель расставить так, чтобы не мешало обзору. Да. Я вас поняла. Супер, спасибо. После того, как наш участник Денис озвучил свои пожелания, дизайнер Анна Танкова все это приняла, мы вместе с ней отправляемся по магазинам нашего города. А именно в салон «Евросвет» и в гипермаркет строительных материалов «Щибер». Выбирая люстру, выбирайте «Евросвет». Только в светильниках салона «Евросвет» используется хрусталь «Строцкис», произведенный по уникальной технологии без добавления свинца. Благодаря этому свет, проходящий через хрусталь «Строцкис», создает совершенно особый эффект с необычайно красивыми переливами, не имеющих аналогов. 8 цветов, 14 вариантов огранки, с гарантией и скидкой 10%. Ваш свет – сказка. Хрусталь «Строцкис». Только в салоне «Евросвет». Проспект Алии Молдогуловой, 50В. Напротив гипермаркета «Дина». Вместе с дизайнером Анной Танковой мы находимся в салоне «Евросвет». Анют, я, как всегда, рада тебя видеть. Давненько тебя не было. Ты же к нам почаще возвращайся. Хорошо. Вот. И мы сегодня подбираем люстру для гостиной. Как сказал Денис, гостиная должна быть в классическом стиле. Неоклассика, да, насколько я поняла? Все верно. Рассказывай.
Да, для сегодняшней гостиной я хотела выбрать какую-то особенную люстру, угу. чтобы она была в то же время и визитной карточкой, да, то есть гостиная у нас угу. всегда идет основное помещение, ну, да. в котором принимают гостей, поэтому люстра должна быть в меру и изящная, и в то же время не слишком вычурной. Помпезная. Да. И я вообще люблю, когда изящество заключено в простоте, в лаконичных формах, поэтому я сегодня выбрала вот такую люстру, угу. она очень лаконичная, такая выдержанная, аристократичная. Я думаю, она будет очень красиво смотреться. И также я подобрала компаньоны, о которых я скажу чуть позже. Отлично. Аня, вот скажи, пожалуйста, сам по себе светильник, он может быть вот каким-то автономным элементом? То есть ни от чего, ни от кого не зависящим? Ну, в данном случае белый цвет – это цвет универсальный, как, то есть, как все знают. Беспроигрышный вариант. Это беспроигрышный вариант, он может сочетаться с любыми цветовыми оттенками. И покупая такую люстру, вы в любом случае не проиграете, потому что она будет в любом интерьере смотреться достойно и не спорить абсолютно ни с чем. Уговорила, убедила, и ты, как всегда, права. Как правило, все профессиональные дизайнеры говорят о большом количестве света, именно искусственного света. Вот в нашем случае естественного как-то маловато, поэтому искусственный априори должен быть. А по поводу люстры мы поговорили, и вот Аня, как обещала, обратила внимание на дополнительный свет. Это у нас будет черный светильник. Да. Как правило, дополнительное освещение всегда создает особый уют и особую атмосферу в интерьере. Поэтому я предлагаю вот такую настольную лампу, очень изящную. Ее абажур сделан из таких тоненьких нитей. И пусть на самом деле не пугает, что она черная, потому что свет пробивается сквозь эти ниточки. И когда включатся лампочки, вообще создастся абсолютно сказочная атмосфера. И я даже знаю уже, где будет их место. Как ты все вкусно так рассказываешь, что уже хочется приобрести, уже хочется все это там увидеть, чтобы именно вот этот светильник был там. Мысленно я его уже представила, вижу, как он горит, и стоит на этом месте, и будет все шикарно. Супер. В количестве двух штук, да? Да. Ну что ж, Анют, прям очень-очень хочется посмотреть сегодняшний проект. Впрочем, как и все твои проекты, ждем с большим удовольствием. Поэтому посмотрим, как будет все это выглядеть, а мы двигаемся дальше. Свет способен пробудить в людях огромное количество позитивных эмоций и чувств, полностью преобразить окружающее пространство. Люстра – один из основных инструментов этого превращения. Люстра с черными плафонами и темной арматурой станет необычным украшением любого помещения. Ее особенность способна сосредоточить на себе внимание, люстра становится главным элементом дизайна. Выразительность, контур подобного светильника четко прорисовывается, форма легко читается. Черная люстра исключительно сочетается со светлыми тонами. Такой осветительный прибор способен доминировать в обстановке. Черная подвесная люстра на длинной цепи или штанге привлекает к себе внимание, становится основным предметом, определяющим весь стиль помещения. Если отделка комнаты выполнена в ярких цветах, присутствуют пестрые вещи, то применение одноцветного изделия – выигрышный вариант. Смешение стилей такой предмет не допускает. Черная хрустальная люстра в комнате, обставленной и отделанной в стиле хай-тек, неуместна. Стилевое решение учитывается в обязательном порядке при выборе люстры. Наиболее выигрышно смотрится подобный светильник в комнате, отделка которой выполнена в светлых пастельных тонах, либо дизайнерское решение предусматривает применение только белого и черного цветов. Пробуйте, экспериментируйте и не забывайте, что огромный выбор осветительных приборов представлен в салоне «Евросвет». Выбирая люстру, выбирайте «Евросвет». Только в светильниках салона «Евросвет» используется хрусталь «Строцкис», произведенный по уникальной технологии без добавления свинца. Благодаря этому свет, проходящий через хрусталь «Строцкис», создает совершенно особый эффект с необычайно красивыми переливами, не имеющих аналогов. 8 цветов, 14 вариантов огранки, с гарантией и скидкой 10%. Ваш свет – сказка. Хрусталь «Строцкис». Только в салоне «Евросвет». Проспект Алии Молдогуловой, 50В. Напротив гипермаркета «Дина». В
В гипермаркете строительных материалов «Щебер» вместе с дизайнером студии «Вестхаус» Анной Танковой мы выбираем обои. Дело в том, что сегодня именно готовые обои нам не то чтобы не подходят, но, в общем-то, мы решили от них отойти. Да, и мы решили остановиться на покраске. Поэтому Анна рекомендует обои под покраску. Сегодня мне вообще хотелось бы уйти от принтов каких-либо. Ага. И хотелось создать такой достаточно изысканный интерьер. Угу. Поэтому не хотелось бы зацепляться, да, за какой-то именно принт, угу, и чтобы он был каким-то доминирующим, угу, да, привязываться к нему. Хочется, чтобы стены, они были именно фоном, на котором будут благородно расставлены мебель, какие-то акценты, аксессуары, в целом составляющие, да, полную композицию и вот этот уют, который, угу, да, хотят так добиться наши заказчики. Поэтому и фактуру я предлагаю не сильно такую насыщенную, угу, достаточно мягкую, такую, как, угу, будто бы мазки кисти, то есть вертикальное такое направление, угу. Они тоже не сильно заметны, но вместе с краской, когда, uh-huh, на них нанесут, uh-huh, краску, будет создаваться такое вот полотно, uh-huh, идеальный фон для всего остального. Отлично. То есть мы отходим от имитации штукатурки, да, от всевозможных выбитых каких-то направлений, а именно вот рассматриваем вот этот вариант. Вот он, если камера передаст сейчас фактуру, ну, в принципе, Аня объяснила, как это все должно выглядеть. Да, то есть хотела сделать отсылку на уютный европейский интерьер, ага, такие богатые, аристократичные. Ага. И в связи с этим, то есть мой выбор вот, да, сегодня такой. Посетив гипермаркет строительных материалов «Щебер», вы увидите большое разнообразие товара и окунетесь в атмосферу уюта. Потому что в «Щебере», кроме строительных и отделочных материалов, найдете все для декорирования и обустройства интерьера. Приходите, и вы обязательно вернетесь домой с приятными покупками. Все для дома, от гвоздика до сантехники, напольного покрытия, мебели, люстр, шторы, ковров, каминов и мебели. Садовый инвентарь и атрибуты для незабываемого отдыха на природе также можно найти в современном гипермаркете. В гипермаркете «Щебер» представлены актуальные и модные товары. Сотрудники гипермаркета готовы помочь клиенту создать уют в доме по оптимальным ценам. Главная задача – помочь клиенту создать комфорт на своей территории. В гипермаркете «Щебер» самые бесспорно низкие цены за счет прямых контрактов с заводами-производителей. В гипермаркете представлены товары самых известных производителей стройматериалов. Действует служба доставки. Вам оперативно доставят любой товар, приобретенный в гипермаркете «Щебер». Если вы пришли в гипермаркет «Щебер» без настроения, яркие краски, высокое качество, современные формы и уникальная подача товара легко изменит ваше состояние. А побывав здесь раз, вы обязательно захотите вернуться еще раз, потому что здесь рождаются идеи, как сделать свой дом уютнее и комфортнее. Ежедневно команда «Щебера» радует клиентов ценовыми предложениями на товары большого спроса. Мы работаем для того, чтобы улучшить качество жизни наших покупателей, помогая им экономить свой бюджет в нашем гипермаркете. Гипермаркет «Щебер» находится по адресу проспект Санкт-Кибай-Батыра, 14, рядом с ТРК «Алатау». Отличная новость! В гипермаркете «Щебер» работают дизайнеры, которые помогут сделать визуализацию вашего дома абсолютно бесплатно. Гипермаркет «Щебер» ждет вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера, без перерыва и выходных. Работать с профессиональным дизайнером – это всегда одно удовольствие, потому что дизайнер сразу видит, что подойдет к конкретному интерьеру. И вот сейчас дизайнер студии «Вестхаус» Анна Танкова рекомендует нашему заказчику такое напольное покрытие. Да, за кадром уже, угу, Денис проговорил, что хотели бы видеть все равно больше светлых тонов, угу, так как комната теневая. Да, да. Поэтому я предлагаю вот такой ламинат, угу, светлого оттенка. С серым, да, каким-то, да, направлением, да? Да, с серым. С добавлением серого, угу, оттенка. Забегая немножко вперед, угу, хотелось бы сказать, что в интерьере появится цвет, который стал трендом в 2018 году. Цвет называется «Древесная аллюзия». Угу. Это сочетание серого, и в нем присутствует капелька розового. Это такой глубокий пастельный оттенок, очень теплый, и он будет идеально сочетаться с данным напольным покрытием. То есть у нас интерьер будет не только функциональный, дизайнерский, но он будет ультрасовременный, потому что 2018 год только-только вступился и законные права, да, а мы уже тут тренд внедряем. Да. И сразу берем все самое свежее и актуальное.
цвет теплый, я вот еще раз повторюсь, и как раз вот на теневой стороне он будет создавать вот такое вот очень приятное окружение. Такой оазис, да, будет? Да, такого. Очень комфортный, пусть не смущает, именно что я говорю розовый, он тоже достаточно сдержанный, не такой девичий, да, как принято понимать розовый цвет. В сочетании с серым он глубокий, спокойный и такой умиротворяющий. Ой, Анют, ну прям вообще все очень звучит очень интересно. И я просто с нетерпением жду твою работу. И не только я, а также наши заказчики, конечно же, наши телезрители. Очень скоро дизайнер студии Westhouse Анна Танкова представит свою работу. Ну а пока нужная и полезная информация от нашего партнера ЖСК «Жилище». Приобретение жилья – это ответственный и серьезный шаг. Все больше покупателей выбирают квартиры в новостройках, а не на вторичном рынке. Для этого есть много причин. Жилье в новостройках обладает рядом преимуществ по сравнению со вторичным рынком. Если выбрать хорошего и надежного застройщика, то никаких проблем при покупке новой квартиры точно не возникнет. Самым главным плюсом квартир в новостройках является их привлекательная стоимость. Сегодня ЖСК «Жилище» предлагает самые лучшие цены на жилье. Мы на рынке существуем уже 4 года. Мы начали строительство на БАТС-2. Мы уже построили около 10 тысяч квадратных метров жилья. Наши квартиры от однокомнатной до трехкомнатной квартиры. От 40 квадратов начинается до 120 квадратных метров заканчивается. Доступные по цене и по квадратуре для жителей нашего города. Покупатели могут выбрать квартиры в новостройке по демократичной стоимости и при этом выгодно инвестировать денежные средства. Основные преимущества новостроек в том, что они идеально приспособлены для полноценной жизни. Рядом с новыми домами находятся образовательные учреждения, развлекательные комплексы, спортзалы и места для отдыха. Рядом находится школа Сымбат, рядом находится 63-я школа-гимназия, недавно открылась, садик Улагер. Еще строятся два садика рядом с нашими домами. Очень выгодное расположение. Здесь находится недалеко остановка, где ездит 40-й маршрут, 47-й маршрут. Рядом находится больница скорой помощи, детская стоматология, музей строится сейчас. Недалеко от нас откроется областная поликлиника скоро. Возведение современных домов осуществляется с соблюдением всех требований безопасности. В некоторых зданиях ведется круглосуточная охрана частной собственности. Что касается комфорта, то жилье в новостройках значительно лучше, чем квартиры на вторичном рынке. Современное утепление новых домов, прекрасная внутренняя планировка, наличие систем автономного отопления – это тоже большие преимущества новостроек. При возведении домов застройщики используют современные и безопасные материалы. Внутри здания нет страшных коридоров и лифтов, которые не работают. Безусловно, новая квартира имеет не просто много плюсов, она может стать началом совершенно другой, более комфортной жизни. Покупатель может заказать индивидуальную планировку и сделать свое жилье особенным. Большинство людей выбирают те объекты недвижимости, которые не имели предыдущих владельцев и являются юридически чистыми. Именно таким критериям соответствуют квартиры в ЖСК «Жилище». Идеальная планировка, все необходимое для комфортной жизни, высокая безопасность – вот основные преимущества покупки квартиры на первичном рынке. Недвижимость в ЖСК «Жилище» – это ваш самый правильный выбор. Внимание! Грандиозная мега-акция, предложение которое редко услышите от застройщиков. Квадратный метр жилья по доступной цене. Квартиры комфорт-класса площадью от 40 до 135 квадратных метров. С застекленными лоджиями, газовыми плитами, приборами учета только для пайщиков ООО «ЖСК «Жилище». Успей купить, чтобы лучше жить. Улица Марата Спанова, 67, офис 36. Телефон 51-34-35. Визуализация гостиной для нашего участника Дениса готова, и дизайнер студии Westhouse Анна Танкова с удовольствием нам ее представляет. Дизайнер студии Westhouse Анна Танкова помогает нашему заказчику Денису в оформлении гостиной для его родителей. Комната должна быть интересной, функциональной и, конечно, дизайнерской. Анна Танкова предложила применить цвет этого года – древесную аллюзию. Это глубокий розовый с добавлением серого.
Аня решила оформить стены разной фактурой. Верхняя часть – обои, очень светлый беж. Нижняя – панели в цвете древесная аллюзия. Продолжение этих панелей плавно переходит в шкафы для посуды. Верхняя часть – стеклянные витрины, которые дополняют интерьер. Камин, который должен быть в комнате обязательным звеном, выполнен под мрамор. Его обрамляют зеркальные вставки, оформленные молдингом. Зеркала, как всегда, играют значительную роль, особенно в небольших помещениях. Рядом с камином уютно будет располагаться кресло. Оно, как и диван, представлено в сине-сером исполнении. Свободную стену Анна Танкова предлагает заполнить фоторамами разных форм и размеров. Такой подход придаст дополнительную динамику комнате. Осветительные приборы подобраны по принципу контраста. На потолке белая люстра, на комоде два черных светильника. Их мы выбрали в салоне «Евросвет». Там есть все для стильного и интересного интерьера. Напольное покрытие в сером цвете и фактурные обои под покраску мы нашли в строительном гипермаркете «Щибер». Благодарим дизайнера студии «Вестхаус» Анну Танкову за комфортный, красивый и функциональный интерьер. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к нашим дизайнерам и вы хотите что-то изменить в своем интерьере, обращайтесь, мы с удовольствием вам поможем. Ну а пока я прощаюсь с вами ровно на неделю. Тепла и уюта вашему дому. Пока!